На сегодняшний день существует большое количество рецептов приготовления окрошки. Сегодня предлагаю приготовить окрошку с добавлением крабовых палочек. Окрошка – это холодный суп. Его можно приготовить на квасе, кефире, сыворотке или минеральной воде с добавлением курицы, креветок или крабовых палочек. Другими компонентами окрошки являются различные овощи, картофель, огурец, редиска. Иногда добавляют мясные компоненты, рыбу и грибы. В заправку входит сметана, майонез, горчица, хрен и пряная зелень. Готовится окрошка достаточно просто и быстро. Всего 30 минут, и вкусный обед для всей семьи готов. Картофель 2 штуки. Яйцо куриное 2 штуки. Огурец 1 штука. Редиска 8 штук. Крабовые палочки 150 грамм. Зелень 1 пучок. Соль 0,5 чайных ложки. Майонез 1 столовая ложка. Лимонная кислота 1 щепотка. Количество порций 2. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца и картофель предварительно отварите до готовности. Яйца очистите от скорлупы, мелко нарежьте и выложите в глубокую емкость. Добавьте нарезанный картофель. Огурец и редиску хорошо помойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тарелку. Добавьте нарезанные крабовые палочки. Зелень мелко порубите. Заправьте окрошку водой, добавьте соль, майонез, лимонную кислоту, хорошо перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!